Роль женщин в белорусском обществе сложно переоценить. Сегодня они занимают высокие государственные посты. Все больше женщин приходит в белорусский парламент. Очень важно, чтобы общество обращало внимание, какие замечательные у нас женщины. Они все успевают и дома, и на работе. Они настолько любящие и творческие, что, наверное, не хватит слов, чтобы выразить свое восхищение ими. Заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина. Республиканский конкурс «Женщина года» – традиционное мероприятие. Ежегодно собирает в Минске представительниц прекрасного пола, добившихся высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности, воспитании детей и молодежи, а также внесших вклад в развитие села, науки, духовности и культуры. Основная задача этого состязания – отразить высокую роль женщин в современном обществе, их вклад в укрепление семьи, а также социально-экономическое развитие Беларуси. Нынешний конкурс «Женщина года 2016» проводился в 9-й раз и собрал 44 представительницы из всех регионов страны. Гомельскую область представили 6 победительниц. В числе дипломантов конкурса в номинации «За вклад в развитие села» директор Туровского молочного комбината Ольга Луцко. Мы стали лауреатом Всероссийской отраслевой премии «Импортозамещение 2016» и получили знак качества «Выбор России». Мы стали победителями в национальном конкурсе «Предприниматель года» в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства». Также являемся постоянными участниками и победителями в конкурсе «Лидер отрасли». Решение о строительстве предприятия было принято в 2009 году. И уже в 2013 первая его продукция «Итальянские сыры» поступила на прилавки магазинов. Сегодня комбинат является одним из градообразующих предприятий города Турова и Житковичского района. Туровский молочный комбинат – предприятие экспортоориентированное. Более 80% его продукции поступает на рынки таких стран, как Россия, Казахстан, Грузия, Армения, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур. В сутки здесь принимают 300 тонн молока, из которого готовят более 60 разновидностей сыров итальянской категории. Это группа итальянских мягких и полутвердых сыров. И в Беларуси, в общем-то, так профессионально и в таких объемах, как мы, никто не занимается. Мы выпускаем до 30 тонн сыров в сутки. Итальянская группа – это новое направление. И, в принципе, вот когда была задумка строительства комбината, и почему эту тему выбрали, потому что ниша свободна. Она была как бы рискованная, то есть эти продукты в Беларуси неизвестны. Как говорит Ольга Луцко, история туровского предприятия – это история колоссального успеха, и он был бы невозможен без труда всего коллектива. Секрет успеха нашего предприятия прежде всего в людях, которые на нем работают. Туровский молочный комбинат создавался с нуля. Предприятие построено в чистом поле, и не было так, что где-то закрыли молочный завод, а здесь открыли. Здесь не было ни инфраструктуры, ни персонала, поэтому сюда мы собирали людей со всей Белоруссии, тех, кто начинал и строил. Я сама начинала со строительства этого завода, это команда, которая сюда пришла. Это люди, которые вложили сюда душу, сердце, они принимали участие в строительстве, в запуске завода и сегодня успешно его развивают. Стоит отметить, что предприятие, которое возглавляет Ольга Луцко, не только демонстрирует результаты, о которых другие руководители могут только мечтать. У победительницы конкурса «Женщина года 2016» еще хватает времени и на семью. Своим мнением о роли женщины в современном обществе она поделилась с нами в Минске во время чествования победительниц конкурса. Семья и работа, и все нужно успеть. На заводе позаботиться о своих сотрудниках и сотрудницах, дома о муже, о своих детках. Поэтому женщине ничего не сложно. Мы изначально, наверное, рождены с большим запасом прочности, чтобы поддержать мужчину. Несомненно, запаса прочности неисчерпаемого таланта руководителя нашей героини хватит и для дальнейшего развития предприятия. Человек с широким сердцем и доброй душой. Так характеризуют своего руководителя Наталью Мазенину, сотрудники Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и детей, а также люди, которые получают здесь помощь и поддержку. Наталья Мазенина по итогам конкурса «Женщина года 2016» отмечена дипломом в номинации «За воспитание детей и молодежи».
Учреждение, которым она руководит с 2009 года, проводит комплексное обслуживание семьи и детей, одиноко проживающих и граждан с ограниченными возможностями. Им здесь оказывают своевременную и квалифицированную психологическую, юридическую, экономическую и реабилитационную помощь. Сейчас в центре на учете состоит почти 2200 семей, в том числе многодетные, неполные, семьи одиноких матерей. И каждый, кто приходит в центр, получает поддержку. Помощь здесь оказывают 4 отделения, в том числе первичного приема, информации, анализа и прогнозирования, а также социальной адаптации и реабилитации, социальной и психологической помощи семье и детям. Есть и кризисное отделение, которое представляет собой пункт временного размещения психологической и социальной адаптации беженцев. Только в 2016 году специалисты центра провели более 13 тысяч консультаций. Наше отделение занимается разными направлениями. Это так диктует наша жизнь. Первое – это у нас идет консультирование, как информационное, вот нам много звонят людей, консультации психолога. Второе направление – это оказание материальной и социальной помощи семьям. Одно из основных направлений деятельности центра – работа с иностранными гражданами, которые ходатайствуют о статусе беженцев, белорусскими гражданами, находящимися в кризисной ситуации, жертвами торговли людьми и домашнего насилия. Здесь, в кризисном отделении, которое действует с 2008 года, одновременно могут разместиться 26 человек. У нас проживало с 2008 года 251 человек. Вот. Но единственное исключение, когда у нас проживала Украина. С 2014 по 2016 у нас обратилась за помощью более 3000 человек. Как считает сама Наталья Мазенина, коллектив у них хоть и небольшой, но дружный. Каждый может поддержать не только тех, кто приходит к ним в центр за помощью, но и своего коллегу. Мне очень хочется сказать огромное спасибо моему коллективу, потому что без коллектива я бы не была хорошим руководителем и не номинировали бы меня на женщину года. Если бы не их добрые сердца, если бы не их отзывчивость, ничего бы у меня не получилось. Спасибо огромное, мой коллектив, за то, что вы со мной. Добрые дела Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей делает вместе со своими партнерами. Так учреждение взаимодействует как с общественными, так и с государственными организациями и предприятиями, с Красным Крестом, отделами горосполкома. Очень тесное сотрудничество налажено и с Гомельской епархией. В частности, организовываются совместные конкурсы, акции, мероприятия. Одно из них – городской конкурс детского рисунка «Счастливая семья глазами ребенка», посвященный Международному дню семьи. Стоит отметить, что все такие встречи наполнены теплом и радостью. На данный момент роль руководителя женщины, она очень высока, и я бы сказал, что такого человека еще найти очень и очень подобрать сегодня будет тяжело. Потому что Наталья Ивановна, она уже много лет работает здесь в центре, она всех знает, ее все знают, к ней тянется весь город. И каждому Наталья Ивановна находит и словом, и делом помощь. Хотелось бы таких вот женщин, чтобы у нас было побольше. Вот, женщин-руководителей, добрых, таких мужественных и с большим сердцем. Девятое мая – великий праздник, праздник победы, праздник воспоминания о погибших, которые сейчас не с нами. Мы должны спеть произведение, посвященное этому празднику. Дирижер камерного хора Гомельской областной филармонии, заслуженный деятель культуры Беларуси Елена Соколова по итогам республиканского конкурса «Женщина года 2016» признана лучшей в номинации за вклад в развитие духовности и культуры. Вот уже почти 30 лет она руководит одним из известнейших коллективов Беларуси. Выпускница Горьковской консерватории имени Глинки, лауреат международных конкурсов, Елена Соколова смогла создать репертуар, который и сейчас составляет золотой фонд коллектива хора и с большим успехом исполняется в концертных программах. Благодаря ее вдохновенному таланту, многогранному мастерству дирижера, у коллектива появилось свое лицо, узнаваемая творческая манера пения. Коллектив этот был, как вам сказать, он был, в общем-то, городским коллективом. Он пел русскую там музыку, классику, народные песни. Вот тех произведений, которые мы сейчас поем, не было и в помине.
Что это за произведение? Во-первых, это произведение крупной формы. Дальше в нашем коллективе есть духовная музыка. И благодаря этому мы стали лауреатами 10 конкурсов международных. В Европе мы пели в Польше, в Германии, Эстонии, в Таллине пели, в Белоруссии пели. Прекрасные голоса солистов, теплота и искренность исполнения, яркие, запоминающиеся номера – вот составляющие успеха хора на протяжении многих лет. Надеяться на что-то легкое, да в любом деле, никогда нельзя. Чтобы достичь вершин, надо покарабкаться по скалистым таким вот горам. Елена Соколова считает себя счастливым человеком. И, по словам ее коллег, для этого у нее все есть. Она занимается любимым делом, работая с прекрасным коллективом певцов-единомышленников. Магическая, сильная, творческая личность и высокодуховный человек. Она черпает свои силы творческие и душевные, и женские, из всего того, что у нее сильный дух. Я даже иногда на репетиции бываем, и кажется, вот этот взмах, даже не столько палочкой, сколько рукой, он завораживает камерный хор настолько, что они работают высокопрофессионально. Сейчас в камерном хоре есть и молодые исполнители, но в его основе те, кто с Еленой Соколовой работает 28 лет. История камерного хора – это не только история единого коллектива, но и целые плеяды высококлассных мастеров, каждый из которых внес свой вклад в общий успех. А творческая площадка, которой является областная филармония, это не только место, где реализовываются смелые проекты. Здесь есть пространство и для настоящей дружбы – женской и профессиональной. Ну, мы подруги, да, творческие и жизненные подруги, поэтому мы поддерживаем друг друга, радуемся успехам. Как-то все это хорошо у нас получается. Совместные проекты. Я долгое время ездила с ними на благотворительные концерты в Германию. И даже пела в хоре. Елена Константиновна всю жизнь посвятила высокой музыке, классике. И именно она в нашей области, я считаю, не только филармония в области, подняла вот этот пласт духовной мировой музыки, хоровой. Потому что наш хор вот этим отличается, вот наполненные программой духовности. Каждый раз мы делаем пасхальные концерты, рождественские. Елена Константиновна в этом плане, она идет последовательно, и она настаивает, чтобы люди познакомились именно с духовной шикарной музыкой, которая была долгое время запрещена.